Съездил я, взял силикагель. Александр, огромное спасибо, что дал мне силикагель. Устанавливаю на место клапан. Закрываю. Так, здесь уплотнительное кольцо. И закрываю. Все. Он уже не выскакивает, ничего. Все нормально, держится. Теперь зажму компрессор. Вот так вот. Силикагель вот такой вот. Это с грузового фильтра, с компрессора. Новый фильтр разрезали и добыли. Здесь я все вычислил, я уже показывал. Вот сюда устанавливается уплотнительное кольцо. Оно стоит на месте. Обязательно перепроверяем, чтобы оно было. Вон оно. Уплотнение резиновое стоит. Вот так вот хорошо видно. Устанавливаю стаканчик. И засыпаю. Укладываю пластину. О, пластина ровно легла. И укладываю сверху фибру. Все. Получается здесь равномерно, чтобы пластинка легла. Если на автомобиле ставить, просто будет перекашивать и вываливаться. Поэтому я вот таким образом снял полностью, как надо делать. Именно так.
немножко кончики алюминиевой смазкой смазал. Ну, а теперь можно открутить, уже спокойно затянуть. Отвалится, она не отвалится. Пружина равномерно давит. Все, собрано. Здесь получается защелкиваю разъем. Сейчас его брызну сначала. Нанопротеком. Можно идти устанавливать компрессор на место. Вставляю компрессор на место. Вот все, компрессор на месте, вот эту трубку сразу наживляю. Затяну ее позже. И также вот эти подушки, я их снимал, две штуки, устанавливаю на место одну и вторую. Вставляю пружинки.
Вот такие подпружинены. Так. Притягиваю болты. Ну и эту можно тоже сразу соединение соединить. И фиксатор защелкиваю. Затягиваю болты. Болты я затянул, подтянул. Я вначале говорил, здесь эти шестигранники, четверки. Нет, здесь торкс Т30. Теперь закручиваю трубку в осушитель. И потом одеваю разъемы. Закручиваю этот штуцер. И соединяю. Все, получается, у меня все трубки соединены, вся проводка подключена. Только закрыть крышку, но я пока ее не закрываю. Я сначала опущу, заведу и посмотрю. Ну, в принципе, все должно быть нормально. Ну, послушай, ставлю колесо и опускаю автомобиль. Автомобиль опустил, до самого конца не стал опускать, подвеска сейчас пустая. Запускаю двигатель и даю компрессору накачать. Пока он будет качать, он, я думаю, пару раз по температуре отключится, потому что сейчас на улице плюс 33, где-то 34, быстро нагреется.
слышно качает. Ой, подниматься начинает поэтапно, рывками. Клиренс меняется. Ладно, пусть качает. Все, подождал. Автомобиль выровнялся и перед, и зад. Сейчас еще подожду маленько. За все время, что качал компрессор, он ни разу не отключился. Хитачи бы уже несколько раз точно бы отключился. А этот качал, и вот пока до конца не накачал, он не отключался. Жду, думаю, может быть, просто нагрелся. Хотя автомобиль стоит полностью сейчас в штатном состоянии. Он даже сам от подъемника оторвался. Сейчас глушу, поднимаю, проверяю трубки возле компрессора. И закрываю крышку компрессора. Вот, поднял, послушал. Никаких шипений нет. Компрессор горячий, но не кипяток. Ну и все, закрываю крышку. Колесо поставил, с колесом неудобно. Прикручиваю болт снизу, два болта по бокам. И на этом все. Переборку клапанных блоков, а также замену силикагеля в компрессоре я закончил. Всего вам доброго.